Ну что, чуваки, собственно, вот новая серия сериала «Школа замешкольников» в Майнкрафте. Собственно, вот мы скоро придвинемся к финалу. Да, ребят, мы... Ну, конечно, финал еще не скоро, но... Так сказать, мы к нему ближимся. Поэтому, ребята, желаю вам приятного просмотра. Я иду, иду. О, Дерзкий, привет! Привет, Димон! Ну что, друзья снова, да? Ну да. Все, мы снова, друзья... Слушай, Дерзкий, а где Полина? Полина, к сожалению, сегодня не будет. Блин, в смысле, блин? Я так хотел с ней за одной партой посидеть. Да ладно, Димон, не расстраивайся. Ну, она по причине. Хочешь, потом дам тебе поговорить с ней? Ну, ладно, потом дашь. Кирюш, как у тебя дела? Нормально. А хочешь, я расскажу кое-что? Что? Мы с Саньком откопали одно видео. Очень забавно, очень смешно. Тебе понравится. Я уже начинаю хохотать от него, знаешь, что? Короче, в том видео там мужик садится на банку. Я тебе потом покажу в классе. А, кстати, сегодня русский, да? Ну да, русский. Ну понятно, русский язык, так сказать. Но будем, так сказать, Светлану Игоревну пранкуем. А как будем практиковать? Короче, мы ну, короче, я флешку взял. У меня на флешке записано это видео, как мужик там садится на банку. Короче, он знает что? Он в жопу засунул банку трехлитровую. И тебе потом покажу видео это. Оно легендарное. Ладно, пошли в класс. Ну, пошли. Всем привет классу. О, ну привет. О, Дима. Слушай, ты помирился с Дерзким, Полиной? Да, помирился. Слушай, а где Полина? Дима. Полина, она сегодня не придет, потому что что-то причина какая-то у нее. Понятно. Окей, ну что, начнем. Наладилось, теперь друзья. Конечно, друзья, мы теперь четырём друзья, и теперь мы должны Светлане Игоревне как-то выводить на чистую воду. Кто за, чтобы вывести Светлану Игоревну на чистую воду? Я за, я. Ну, Димон, как обычно, за, да? Да. Хорош. Короче, подставляем Светлану Игоревну тем этим временем. Знаете, что это копалкое видео? А какое там видео идет? Ромчик, сейчас мы покажем. Там, короче, я, кстати, видел это видео. Там, короче, мы с Дерзким откопали это видео в интернете. Там, короче, мужик засунул в жопу трехлитровую банку. Ну, давайте посмотрим, что ли. Сейчас телефон. Смотрите, короче. Ну что, засовывает жопу в банку? Еще посмотри, какой мой пенис. Маленькая писка. Да, этот придурок вообще такой. Так, уважаемый Дмитрий Дерзкий, ко мне в кабинет быстро. Стоп, это что, нас приглашает в кабинет? Ну пошли, Димон, пошли. Чё там интересно нас ждут? Неужели они по камере увидели, что мы смотрим видео с мужиком? Слушай, Дерзкий, а как называется это видео? Да его можно найти в интернете, короче, там в браузере можно найти. Видео называется
Ван Гай Ван Джар называется видео. Итак, ну что там? Молодцы, короче, хочу сказать. Выступили отлично, прям твои красные помады, мы гуляли по закатам. Классная песня, еще группа такая, ШГШ. Молодцы, спели. Хорошо. Вас не отчисляю. Ну ладно. Это все? Да, можете идти. Алло, Полина, как дела? Все хорошо, спасибо. Я скучаю по тебе. Понятно, Полина, я тоже скучаю. Кстати, почему ты в школу не пришла? Да мне что-то нехорошо, у меня живот заболел. Извини. Блин, просто я хотел так с тобой сидеть, за одной партой с тобой сидеть. Не переживай, мы обязательно с тобой посидим. Целую тебя. Спасибо, Полина. Приятно очень. Итак, начинаем наш русский язык. Итак, правило, орфография. Дерзко отвечает. А чё я сразу, а? Чё я? Чему не Герман? Ну что, у Германа хорошие оценки, в отличие от вас. Отвечайте. Ну, это хрень. Так, два. Да. Чтобы, так сказать, вам устроиться, я вам включу, специально вам видео включила. Сейчас будем смотреть видеоурок, если вы ничего не понимаете. Сука, Полина нет. Ой, мне тут кто-то звонит. Блин, надо как-то подойти. Так, алло. Да, кабинет завуча, да? Хорошо. Так, дети, посидите, пожалуйста, спокойно, не дергайтесь. Сейчас я вернусь. Я надеюсь, у вас не послушный класс. Ну, дерзкий. Главное, чтобы вы не хулигань. Хулигань, куда, Светлана Игоревна, а? Я уже все, не хулигань. Так, отлично. Итак, все, я пошла. Сейчас через 5 минут вернусь. Будем смотреть видеоурок. Что, ребят, кто со мной, так сказать, пранкануть Светлану Игоревну? Я с тобой дерзкий. Санек, хорош. Димон, ты со мной? Ну, окей. Ради я не сомневался. Ну что, пошли, так сказать, пранковать? Ну, пошли. Сейчас мы подключим и флешку сейчас поставлю ту. Короче, Димон, меняй флешку, а потом свали на место. Так, ладно, вот. О, вот это нахрен. Будь, ну натень нахуй, выйди вообще в окно. Во. Все, пошли на место. Итак, ну что, начинаем урок. Так, я включаю флешку. Так, вот она. Так, слушаем внимательно, запоминаем. Пишем тетрадь. Светлана Игоревна, это очень смешно. Это включить? Так это вообще смешно. Так, это что такое? Чего смеетесь на весь класс? Правила записываем. Слушай, услышанное записываем тетрадь. Светлана Игоревна, а вы посмотрите, что там на доске вообще показывает. Так, это что такое, а? Это кто сделал? Да не знаем, Светлана Игоревна, вы не, видимо, флешку не ту взяли, вы специально хотели нам показать это. Так, это что-то дурдом. Я за директора. Ну идите к директору. Его что? Это же вы сделали. Ну что, весело повеселились, да? Да, весело. Ну что, пошли домой. Завтра встретимся и уже с Полиной. Да. Ну что, пошли, Димон, домой. Пошли.
Ну что, чуваки, собственно, вот такое вот видео получилось. Спасибо за просмотр, что смотрели данное видео. С вами был Гриша, всем пока. Скоро выпущу 10-ю серию.